Решением российского правительства предприятие «Аконт» попало в перечень системообразующих организаций, которые могут рассчитывать на государственную поддержку. Список состоит из 199 предприятий. Фабрика оказывает существенное влияние на социальную стабильность в республике. Она обеспечивает значительную занятость населения. Критериями отбора стали показатели годовой выручки, налоговое отчисление в бюджет, существенная доля на рынке. В течение года будет вестись мониторинг финансово-экономического положения АКОНДа, чтобы при необходимости оперативно разработать инструменты оказания господдержки в период кризиса.